Дим, ты чего тут? Тихо, спугнешь! Кого? Зайца. Ты что, не в курсе, что ли? Во Френд-Авто скоро такого классного деревянного зайца будут разыгрывать. Деревянного? Эх, жаль, не мне ты достанешься. Слушай, ну что нужно сделать, чтобы этого зайца выиграть? Особенно, что ли? Читай, как и все, условия в описании.